И к первой теме. Оперативно тушить пожар в селе Сюльдюкар пришлось авиамобильной группировке. Ночью в населенный пункт Мирнинского района по поручению Айсена Николаева, главы республики, отправилась бригада МЧС из Якутска. Возглавил ее Дмитрий Лепчиков, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В селе Сюльдюкар, по сообщению республиканского оперштаба, специалисты провели отцепку с поселка Светлый. Готовится вторая отцепка. В борьбе с огненной стихией участвует самолет амфибия Б-200 и Ил-76, который в среду прибыл в Мирный по указу Минобороны. Что касается ситуации в поселке Светлый, огонь не угрожает населенному пункту. Не позволяет естественная преграда в виде реки. Огонь действует на другом берегу Вилюя, а ширина водоема 200 метров. Это видно со спутника.